Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире «Комсомольская правда». Вы нас смотрите, вы нас слушаете. Мы продолжаем наш эфир. Как обычно, в это время мы обсуждаем все самое интересное, самое яркое, самое запоминающееся, все то, что требует нашего с вами внимания к тому, что происходит в нашей жизни и к тому, что происходит в нашей стране, разумеется. Сегодняшняя наша тема очень... Здравствуйте, Троиновская, вы? Да, я Троиновская. А что происходит, собственно? Господа, денежки, вот для охраны у нас... Какие деньги? Деньги. Вы брали кредит? Я до вас второй месяц. Слушайте, не могу дозвониться. Слушайте, я на работе. Вы с ума сошли? Какой что эфир, я в прямом эфир, эфире? Эфир. Пошли разбираться. Мать и свой стоит там на входе. Да вы что, с ума посходили? Что... Охранника, позовите, пожалуйста. Позовите, пожалуйста, охранника. Я два месяца не могу дозвониться. Что происходит? Так, послушайте, дорогие друзья, извините, пожалуйста, за вот эти технические накладки. Я думаю, что вы сейчас пока посмотрите сюжет, и подождите его немножко. Посмотрите сюжет, после чего я вернусь обязательно в студию и все вам расскажу. Побыстрее.